Всем привет, ребят, меня зовут Томас, и мы продолжаем проходить Fallout 4. Остановились мы вот здесь, когда зачистили вот эту фабрику, или этот завод, не знаю, от рейдеров. Так. А я там вижу наверху какого-то чувака. Похоже, что он мертвый, может быть, у него есть какой-то шикарный лут. Но меня больше интересует, вот чё здесь не так. Ну, то есть, с погодой, посмотрите вокруг. Это же просто жесть какая-то. Это ядерная гроза? Похоже на то. Ну ладно. Нужно просто сваливать отсюда, я думаю. Эй, дружище! Пойдем за мной. Уйдем так же, как и пришли. Чтобы не было никаких проблем. Чё? Серьезно? Мне сейчас показалось, что... О, так и есть! Обалдеть, свет от пушки отражается... Ну, то есть, на всяких поверхностях это обалденно круто. Обалденно круто. Так, где мы сейчас и что нам нужно делать? Мы сейчас зачистили лагерь рейдеров. Теперь, наверное, нам нужно вернуться в Ten Pines Bluff. Сказать чувакам, что мы зачистили лагерь. И они, эти чуваки, присоединятся к нашему поселению. В этом. Ну, в том городке, откуда мы начинали. Кстати, сейчас вы можете заметить, что я записываю в 60 FPS, но так как у меня выдает, ну, 50, 40, 60, вот так вот, вы будете, наверное, замечать время от времени некоторые провисания. Поэтому не пугайтесь. Так. Давайте вот так побежим. Ух ты. Что это там? Внимание. Заметили? Да, конечно, заметили. Глупый вопрос. Ладно, нужно бежать отсюда. Стоп, они здесь ли? Ребят, мне кажется, здесь турели стоят. Окей, ладно, валим. Вот, где-то тут они стоят, по-моему. Если даже нет, пофиг. Ладно, короче, валим. Бежим дальше. Что там такое? Черт, зачем меня сюда тащит, а? Постоянно меня несет в какие-то закоулки. Ух ты. Шикарно. Блин. Ну это жесть, конечно. What the f- Эй! Сдохни, тварь! Говно собачье, решил ко мне лезть. Так, ладно, валим. Дружище, нам нужно валить отсюда. Это что за звук? Слыхали? Как будто рык такой. А вон и турелька, кстати. Так, ну ладно. Идем назад в наш город. Хорошая ли эта идея бежать по дороге? Таинственные сосны. Эй, что-то нашел? Вроде нет. Уходим, друг, уходим. Я могу... Ух ты, я два раза могу перезаряжать лазерную пушку, и в ней будет как бы в обойме два снаряда. Обалдеть. А я и не знал. Ну, век живи, век учись. Век играй, век учись. Fallout 4. Так. О! Нифига себе! Нажимаю на правую кнопку мышки и вращаю вот так вот. Посмотрите, можно... Осмотреть как бы наш пип-бой. Классно. Классно, классно. Изучаем все новые и новые штуки. Так. Черт. Видали? Там какие-то вспышки.
Стоит ли нам проверять эту херню? Прости, скелет, прости. Вон там. В той пещере, где были кротокрысы. Какие-то нахер вспышки. А, кстати, здесь же еще эти были. Рад-скорпионы. А это плохо, это очень плохо, это очень-очень плохо. Я ненавижу рад-скорпионов. Потому что они, блин, как эти чертовы телепортеры. То здесь, то там. Телепортируются к нам за спину. Собакин, ты бежишь? Бежит. Шкура брамина. Окей, маленький таракашка. Твою мать! Чертов гнус! Так. Правое крыло. Левое крыло. Погнали. Тащи хренов, гнус! Будешь знать, как лезть к нам. С моим другом. И тебе тоже достанется. Гнус номер два. Так. Куда нам? А, просто чуть левее. Пойдемте пройдем вот так вот. Радио. Значит, тут кто-то поблизости может быть. А, вот кто был поблизости. Мусорщик. Ух ты, шипастая броня. Какая-то... Тяжелый гладкоствольный пистолет. Хорошо. А, сейчас давайте, давайте я зайду в одежду. Предметы спешил. Что это с ним? Он хочет есть? Черт, у нас... Черт возьми. Кью. Кусочки кротокрыса. Макс ОД. Состояние. А, или нет. Это он не хочет есть. Видимо, он просто просит, чтобы ему восстановили здоровье. Автомат, пистолет. Тяжелый. Не-не-не. Где тяжелый? Вот, смотрите. 16 урона. Тут 15. Давайте возьмем вот этот. Пистолет. У нас 99 патронов. Осколочная мина. Миниган даже есть, но патронов на него нету. Ладно, как-нибудь... Как-нибудь где-нибудь найдем. И у нас, кстати, очень мало места осталось в инвентаре. Так, хорошо. Где у нас тут был шипастая броня? Вот она. Сопротивление урону 10-12... 5-7. Конечно, конечно, шипастая броня, это круче. Костюм бродяги тогда выкинем. Шипастую броню оденем. Это выкинем. Один из этих выкинем. Кожная броня для туловища тоже выкинем. Т-45 левая рука оставим, потому что я нечаянно, видите, убрал ее в инвентарь, эту руку, и снял с нашего костюма. А это не очень круто. Виноградные ментаты больше не действуют. Ясно, понятно. Блин, а чё там? Ну ладно. В другой раз. Мы почти пришли. Мы почти там, где нужно. Вот оф! Хреновы птицы. И так жутко, еще и они пугают. Как ты тут оказался, чел? Точнее, пес. Я так понял, наша собака, она как плотва в Ведьмаке третьем. Появляется и исчезает.
То есть, как бы, телепортируется. Собака-телепортер. Так, ладно, хорошо. Давайте попьем. Спасибо. А теперь мы поговорим, пожалуй. Ой, так неловко вас будить. А как они, кстати, так спят? Смотрите, вокруг пустоши. Столько всяких бродяг и так далее. Столько всяких опасностей. А они тут спят, как ни в чем не бывало, даже с открытой дверью. Так, ладно, собак, сторожи. Так, пусти меня. Сторожи. Эй. Эй, поселенец. Как ты... О, умный пес, умный. Примкнуть. Можете не беспокоиться, можете о них забыть. Кое-кто надрал им задница. Ну все, я вас выручил. Можете на нас рассчитывать. Спасибо. Да, не за что, чувак. Спи дальше. Так он что, правда ли? Лол, он реально ложится спать. Ладно. Окей. А что теперь? О, смотрите, какая шипастая броня классная. Вау, какая красотища. Тут можно еще и персонажа осматривать. Так, ладно, ладно. У нас есть какие-нибудь... О, смотрите. А, еще поселение тут. И типа как ко мне относятся, отношения. Поговорить с Престоном Гарви. А зачем? А, кстати, да, он же меня сюда направлял. Престон Гарви. Поэтому да, давайте с Престоном Гарви поговорим. Пока что не будем торопиться туда идти. Потому что, ну, нафиг надо вообще торопиться. Это ведь Fallout 4, ребят. Это Fallout. Черт возьми. Успеем мы все это сделать, успеем. Сразу, кстати, говорю для тех, кто, не знаю, может быть, не любит почему-то эту игру. Роликов будет очень много, поэтому... Но помимо Fallout'а на канале будут выходить еще и ролики по другим играм, так что... Это я на данный момент говорю. Если вы смотрите это видео через год, то наверняка я уже прошел Fallout. И наверняка у меня уже множество подписчиков. Я говорю вам всем спасибо. Так, ну ладно. Ладно, пойдемте поговорим с Престоном Гарви. Бутылка рома. Шикарно. Супер, отлично. Что это? Собачатина. Не, нафиг. Не буду я есть собак. Тем более... У меня вон своя собака есть тут. Зачем надо? Обидится еще. И не будет с нами разговаривать. Вот, я про вот эту тарелку говорил в прошлом видео. Там что, война идет? В смысле, я говорил, может быть, туда зайти? Хм. Не, нахер надо. Нахер. Лучше обойти стороной, я думаю. Лучше обойти эту херню стороной. А там чё? Это не похоже на костер, это как будто фонарь какой-то. Или ядерные отходы. Конечно. Ладно. Уходим. Обалдеть, ведь когда-то здесь был такой шикарный лес. Как мы в самом начале видели, в самом начале игры. Шикарно. Ой-ой-ой, что это такое? Блин, сдалека было похоже, будто вход в какой-то бункер. Что-то... Окей. Окей.
Что за херня? Ну ладно, ничего страшного. Ребят, игра только-только вышла. Это все исправят. Деревянный ящик легкий. О, давайте взломаем. Так. О, шикарно. Yes. Антирадин, изолента. Медикс. Так, обалденно. Да не смотри ты на него, чувак. Ты же видишь, что он багнутый. Нахер, надо проваливать отсюда, я думаю. Пойдем. Я знаю, что тебе нравится с ним играть, но нет, пойдем. Дружище, нам нужно идти. Побежали. Ага. А мы тем временем на краю, кстати, карты. На самом краю почти. Что за... Твою мать, это что? Это кротокрыс. Давай, говно собачье. Кротокрысов я больше не боюсь. Теперь мои самые-самые заклятые враги, самые страшные для меня, это рат-скорпионы. Такие огромные, которые прям телепортируются, ё-моё, к тебе. О, смотрите. Кладбище старых роботов. Ух ты. О, что это? Видали? У, ребят, сейчас сходим туда. Дверка открыта. Что за... Какого хрена? Это как будто цель какая-то. Оружейный верстак использовать. Ой-ой-ой! Мы можем... Ух ты, как круто. Так, мы можем что-то установить. Смотрите, улучшенный ресивер. Ствол, рукоятка. Клей, болт один нужен. Хорошо. Теперь, ребят, зато теперь есть, знаете, что? Знаете, что есть? Знаете, что есть? Есть смысл. Стоп! А я же могу оружие разбирать! А у меня куча орудий всяких разных, так что давайте разберем парочку. Я имел в виду, есть смысл собирать все это, видите? Вот, то есть, все оружие и всякие вообще железяки, которые находим в пустоши. Пистолет, пулемет нахер нужен. Сталь, дерево, отлично. Ломик. Сталь. Краткоствольный. О, нет, это оставим, конечно. Лазерный, конечно, оставим. Двуствольный дробовик оставим. Короткий гладкоствольный с патронником оставим. Это нахер. Автоматически. Ладно, оставим один. Коллиматорный. Тяжелый. Ух ты. Так, ладно, гладкоствольный карабин с патронником карабин. Пистолет. Выкидной нож. Нахер нужен нож? Угу. В общем, я думаю, пока что... Ой, что я? Куда я зашел? Куда я нажал? Пока что хватит, я думаю, всяких разных... Тук нам. Давайте посмотрим. Стандартный ресивер. Масло. Болт. Болты нам нужны. Самое главное. Болты, алюминий. Меньше вес, уменьшенный урон. Что? Уменьшенный урон? В общем, нужны болты и масло. Болт, масло, шестеренки. Вот такая вот мелочь. Ее нужно подбирать везде, собирать. Уйти, да. Уходим отсюда. Ну ладно, теперь хотя бы будем знать, что нам нужно. Ой-ой-ой. Hot Rod. Вы нашли выпуск журнала Hot Rod. Новая раскраска для силовой брони. Здесь еще и броню можно красить. Это же просто охренеть можно. Так, военная электросхема. Стимулятор. Серебряные карманные часы, изолента. Карманные часы, может быть, здесь, в карманных часах какие-нибудь шурупики есть. Можно ли это будет разобрать? Нет, здесь ничего, кроме оружия, разбирать нельзя. В общем, на этом верстаке только разбирать и собирать оружие можно, и все. Военные электросхемы. Птичка.
Так, в принципе, можно использовать терминал, посмотреть, что здесь происходило и что здесь вообще было такое. Утилизация робототехники. Восток 09Б. Утилизация робототехники США безопасно. Утилизируем робототехнические отходы с 2053 года. В 77-м были взрывы, по-моему. Или в 72-м. Окей, ладно, уходим. Понятно, это мне не очень интересно. Давайте сходим сюда. Мне кажется, ли этот робот работает? Эй. Отов? Отов? Ладно, ну зато я могу видеть, что внутри этого робота. Прикольно, ладно. Ладно, ладно, ребят, прикольно, ладно. Все, не будем зацикливаться на этом. А чё это тут шумит-то тогда? Ну это он и шумит. Этот робот. Окей, стрелять в него тоже не дело. Ядерный блок, военная электросхема. Вот это обалденно. Подождите, военная электросхема? Возможно, мы можем свою броню сейчас улучшить. А погнали-ка возьмем броню, ведь я только что ядерный блок нашел. Это значит, что сейчас мы снова можем в броне ходить. Бежим домой. Идем домой. Да, я уже называю то место своим домом. Черт, не хочу плыть туда. Так. Ну, пойдемте, ладно. Заплывем там же, где мы и переплывали до этого. Уже, кстати, светает. Это означает, что мы пережили ночь. Блин, а я взял, дурак, этот насос отрубил. Он бы качал, продолжал бы качать воду и очищать ее. Надо было оставить. Вот постоянно у меня такая фигня. Вижу, что надо нажать срочно. Ну, песик. Мы почти дома. Да, давайте переплывем. Нафиг мосты. Хотя можно и до моста добежать, в принципе. Нет, ладно, давайте переплывем. Тут не очень долго. Что-то радиации. Вот и все. Шикарно. Так, мне, знаете, что интересно посмотреть, как вообще тут дома обустраивать можно. Пиво Гвинет, домашнее. Гвинет Эль. Садовый стул. Сесть. Ой-ой-ой. И только взгляните. Все. Просто садимся и отдыхаем. Эх. Это просто круто. Да, чешется противогаз. Так, ладненько, давайте. Я знаю, чего ты хочешь попросить, Дзюнь. Я видела, я ничем не могу тебе помочь. Но у тебя есть дар. Он наверняка способен... Я не могу общаться с мертвыми, малыш. Даже у дара есть свои пределы. Мне очень жаль. Санктуари, я знала, что ты придешь сюда, малыш. Твоя энергия связана с этим местом. Естественно, я тут жил до войны. Long time ago. Ah, but the distant past ain't so distant for you. I saw you leave that icebox. This whole world is like some bad dream you can't wake up from, isn't it? The sight can help you, kid. It always has answers. Just gotta bring me some jet so I can see what it wants to tell you. No, you're an addict. Oh, not this again. Kid, listen to me. I'm old, even older than you think. If the Kims are gonna kill me, then I say... Но если ты сдохнешь от того, что я тебе дам какой-нибудь винт, we'd have never made it this far without the sight. We need it. То все эти чуваки, которые
с тобой здесь, в команде. Они потом ополчатся против меня. You're right. Using chems is your choice. Damn right it is. Ma'am. You're tied to this place, kid. Your energy. Так, моя энергия, мы здесь жили. We used to live here. Да. Вот, давайте винтки дадим. Already have some. Like a little kick yourself, huh? This'll do. Now. Let me ride the high to where Diamond City holds along? Answers, oh, yeah? But they're locked tight. You ask them what they know, but people's hearts ты будешь спрашивать людей, но их сердца скованы страхом и подозрениями. But you find it. You find that heart that's gonna lead you to your boy. Oh, it's bright. So сердце? Bright against the dark. То сердце, что приведет тебя к твоему сыну. Может, это девушка какая-то? That's what you need to do, kid. Follow the signs to the bright heart. Phew. Wow. That took more out of me. Окей, ладно, иди принимай свой винт и отдыхай. Или она уже приняла? Окей, Астоджес, смотрите, тут чинит дом. Клево, прикольно. Так, ладно, нам нужен тот чел. Как его зовут? Я уже забыл, господи, боже мой. Сейчас вспомню. Престон, конечно. Престон? А где он? А вон он патрулирует, ходит. Опа. Комбинированный ключ. Ладно. Эй, Престон, дружище. You know that settlement you sent me to help? They've decided to join the Minutemen. That's great news. I knew you were the right person for the job. By the way, you should have one of these flare guns. You can use it to signal for help from any nearby Minutemen. Not much use yet, but once we have more allied settlements, you'll have help whenever you need it. So, there's something I need to ask you. I don't think I ever told you what happened to the Minutemen. How I ended up as the... По-моему, я еще не рассказывал тебе, что произошло с Минутменами. Последний Минутмен? The last Minuteman? Maybe not literally. There must be a lot of former Minutemen out there who gave it up in disgust. Что за резня в Квинси? After the Quincy massacre. But we were the last active group of Minutemen. And now, well, it's just me. What was the Quincy massacre? I thought everyone in the Commonwealth knew about that by now. Where the Minutemen betrayed each other and the people they were supposed to protect. I was with Colonel Hollis's group. A mercenary group called the Gunners was attacking Quincy. The people there called for the Minutemen to help. We were the only ones that came. The other groups, they just turned their backs on us and the folks in Quincy. Only a few of us got out alive. Colonel Hollis was dead, so I ended up in charge of the survivors. We never found a safe place to settle. One disaster after another. You saw how it ended and conquered. As long as you don't give up, the Minutemen will survive. I'm not about to give up, but I can't protect the Commonwealth all by myself. Hell, I could barely protect these people. That's why I'm talking to you. I can't rebuild the Minutemen, but I think you can. Hey, that means a lot coming. I appreciate that. Okay. Good. Good. Welcome aboard. I feel like this is a whole new star for the Minutemen. Добро пожаловать в наши ряды, это очень важно. I'll be right beside you all the way, General. Oh, я Минутмен. Why are you calling me General? The leader of the Minutemen has always held the rank of General. Our last leader was General Becker. After he died back in 82, nobody could agree on who should take his place. The one good thing about being the last Minuteman is, there's no one to argue with me when I say you're the new general. Now it's your job to make it more than an empty title. I've gotten word about a settlement that's being threatened by raiders. Снова рейдеры. I'll mark it on your map. Go find out what they need. Станция Оберленд. Поселению угрожают рейдеры. Хорошо. А где она находится? Так.
Где? Что-то я даже не вижу. О, станция Оберланд. Посмотрите, она прямо рядом с городом. С Даймонд-Сити. Черт возьми. Да, нелегкая прогулочка нас с вами ожидает. Но ладно, генералу все под силам. Все по силам. А я ведь генерал. Черт возьми. Генерал Минитменов. Может быть, не стоило так быстро соглашаться на это? Но тем не менее, ладно, я уже в деле, я генерал Минитменов. Ничего, насколько я знаю, тут такая настолько крутая вариативность в этой игре, что даже если ты принял какое-то решение, ты можешь просто убить того, кто помог тебе принять это решение. А потом, после этого, принять другое решение. Так, ну что ж. Ух ты, какой туман. Черт, нифига не видно. Охренеть, какой-то Silent Hill. Блин. Ну дела. Так, ладно. Значит, ну ладно, нам все равно в ту сторону нужно было идти. Как бы и в город зайти и так далее. Когда-нибудь же нужно в город идти. Станция Оберланд, посмотрите, это на другом вообще даже острове, типа. Обалдеть можно. Сколько же нам пердолить туда. Ну ладно. Хорошо, что мы не одни, да, дружище? Эй. How you doing, buddy? Hey, boy. Think you can find something for me? See if there's any good stuff nearby, boy. Oh. А, нет, пёс ничего не нашел, блин. Ну ладно. Окей, не нашел, так не нашел. Ничего, не страшно, дружище, не страшно. Пойдем. Стоп, броня. Я же хотел ставить туда батарейку. Где она? Где моя шикарная броня? Это что такое? А, это торговцы. Окей. Эй, привет, Карла Урна. Ну давай посмотрим, что у тебя есть. What kind of stuff do you have? Just a bit of everything. You'd be surprised what people leave behind on the old roads. Gotta keep your eyes peeled for good stuff. Got plenty to sell if you're interested. Есть какое-нибудь шикарное оружие? Sure. Let's take a look. Yeah, keep your shirt on. Только из штанов не выпрыгивай. Окей, тут патроны есть. Количество 66. 396 крышек. Ты с дуба рухнула, что ли? Отмена, конечно. Древний глобус, золотые часы. Охренеть, сколько у нее всего. Колпак повара. Охотничий карабин. 37. Короткий. Это фигово. Был бы длинный, было бы круто. Так, ну ладно, все, мне ничего не нужно. Эй, Брамин, не ходи здесь. А где мой дом был когда-то? По-моему, вот здесь вот, нет? Нет, не этот. Нет. Ладно, забейте. Подробнее войти. Давайте войдем. Ну, а батарейка есть, все, вставили. Шикарно. Отлично, все работает. Но хватит ли нам энергии? Вот в чем вопрос. Так. Левая рука. Сломанные предметы пока не будут отремонтированы. А где отремонтировать можно? Пойдемте отремонтируем. А, на той заправке, наверное, где мы нашли... Ой, не где мы нашли костюмы. А, вот тут вот тоже можно. Станция обслуживания брони. Вот она. Использовать. Вот левая рука.
модель. А. Нет, это... Это улучшение. Мне не нужны улучшения пока что. Чинить, вот, Т. 4 стали. Конечно, все. Шикарно. Так, все. Сейчас все починим, все будет шикарно. Что у нас там? Правая нога, по-моему, еще красная. Ой. Так, все чинить. Правая рука. Все, чиним, короче. Сталь, проводка. Военная электросхема, предмет удален. И голову тоже чиним. И все. И у нас сейчас будет самый крутой... Самый крутой костюм во вселенной. Все в нем рабочее, все круто, все клево. Сейчас бы, кстати, научиться смотреть, где там энергия есть. Ну, то есть, где показывается, сколько у нас энергии осталось, потому что я не знаю. Так, левая рука, правая рука. Угу. Ну, теперь левая нога. У меня нет левой ноги, получается. Да, у меня нет левой ноги. Ну, как бы, в смысле, брони там нет. Ладно, ничего страшного, автосохранение, шикарно. Так, ну что ж. Я думаю, энергия вон она. То есть справа, видите, типа... Тахометр, блин. Я думаю, это и есть энергия. То есть core, ядро, видите, написано. Поэтому... Я думаю, да, давайте в этом костюме и пойдем, ребят. В этом костюме и пойдем. Я надеюсь, нам хватит до станции Оберланд. Надеюсь, нам хватит энергии. В общем, пойдемте. Блин, как же классно он в этом костюме выглядит. Посмотрите. Это как-то смотрится даже как-то сюрреалистично. Очень круто. А вот с этим пистолетиком, вот такой... Такой огромный костюм шикарный, и пистолетик смотрится, конечно, смешно немного. Так. Вот она метка. Что такое? Ага. Все, ставим метку. Шикарно. Метку поставили, отлично, все, метка у нас есть, можно идти. А, кстати, ребят, что я хотел, подождите-ка. Давайте я по-быстрому выйду, пока мы не вышли в пустоши. Я хотел заменить цвет интерфейса, я знаю, что это можно сделать где-то в настройках, я думаю. Игра... Я надеюсь, что можно. Помощь, нет. Настройки... Видео. Вот, худ. Красный цвет, худ. Зеленый цвет. Вот, смотрите, можно вообще сделать вот таким вот. Как бы желтоватым. Можно вот таким сделать, как Fallout New Vegas. Вот круто было бы, а, ребят? Так. Пип-бой. Красный цвет. Что? Какой нахер красный цвет? Не-не-не, пип-бой оставим так, как есть, потому что пип-бой это пип-бой. Так, по-моему, вот такой вот, да, был Fallout New Vegas цвет? Если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то простите меня. Но как бы вот так вот даже приятнее смотреть на самом деле. Ну, то есть, на все эти индикаторы. Очень хорошо, что разработчики потрудились и добавили, чтобы... Ну, добавили функции такие. Чтобы можно было все менять под себя. Так, ладно. Интересно, в воде ничего не замкнет у него? Не, ничего не замыкает, все нормально. Радиация, кстати, меня не берет. Это круто, очень круто. Так, ну, я надеюсь, ребят, нам хватит. Сейчас мы до тут дойдем уже. Там костюме. Блин, так вообще ничего не видно, посмотрите. Смотрите вокруг, ё-моё. Эй! Вы чё себе позволяете, твари?
А где мой дружище? Почему он мне не помогает? Плохая собака. Там что-то есть впереди. Это башня. Вау. Офигеть, крутотень. Хим-лаборатория. Ребят, пора варить. Пора варить. Пора варить. Пора варить, пора варить, пора варить, пора варить. Так, ладно. У нас тут кто-то есть. Тут какой-то выживший. Так, нужно постучаться и быть приветливыми и дружелюбными. Ферма Эбернати. Привет. Котейка? Я тут на выходу. Конечно, конечно, чувак, я не буду ничего тебе делать. Out in the field all day, and every minute of it spent watching your back. Понимаю. What kind of crops do you grow here? Mostly potatoes so far. В основном тошку? Что такое тошка? Это картошка или? Yes. And no. It's a long story. Either way, good to see a new face. How about you? Ever think about work in the land? Dig in the dirt all day? No thanks. You're probably a wiser man than me then. Word of advice though, if you do start up a farm, be ready to deal with the raiders. Why do all the hard work when you can just take what you want at gunpoint? What about the Minutemen? If you join up, we can all help each other against the raiders. You don't say. I thought the Minutemen were all gone. Last time those raiders hit us, my daughter Mary tried to stand up to them. Now she's buried out back of the house. Only 21 years old, and they shot her down without a thought. So you can understand why I'm glad to hear the Minutemen are back. Although, a bit too late for my Mary. There's nothing worse than losing a child. Believe me, I know. I'm sorry to hear you say so. I don't have much to offer, but those raiders that killed Mary, they took her locket too. It's been in Connie's family for generations. If you could get it back, it'd mean a lot to us. Так, ну, ладно, давайте. I'll see what I can do. Good. Connie feels like it's a part of Mary. I don't think she'll rest easy again as long as it's gone. Спутниковая станция Оливия. Вот нас туда и послали. Теперь понятно. Эй, котейка, где ты? Разлегся, блин. Че разлегся тут? Котейка. Ладно. Мастерская. Это поселение не является дружественным. Но это пока. Пока что. Так, ладненько. Значит, у нас теперь есть миссия на станции Оливия. Окей, мы, в принципе, можем туда пойти. Но можем пойти туда, куда мы изначально задумали. Даже не знаю. Давайте, наверное, пойдем туда, куда мы изначально задумали. Станция Оберланд, а потом мы еще успеем. Все равно мы вернемся в Сэнкчури. Мы еще успеем вернуть ему его медальон. Так, и я сейчас немного цвет хочу подкрутить. Настройки, видео. Вот так вот, наверное. Все. Шикарно. Отлично. Все, садимся и погнали. Блин, какая же классная атмосфера здесь. И, кстати, как же... как, ой, блин. Ребят, сорян. Как же сильно влияет цвет интерфейса на восприятие игры самой.
Вот когда интерфейс был зеленым цветом, я не знаю, может, это самовнушение какое-то или типа того, но когда интерфейс был зеленым цветом, игра воспринималась как-то несерьезно. Не так, как постапокалиптическая игра. А вот сейчас, когда я сделал интерфейс, ну, то есть таким вот оранжевым, игра воспринимается совершенно по-другому. Совершенно. Так, хорошо. Это сейчас озеро какое-то будет или типа того? Нужно быть осторожным. Нужно быть осторожным. Энергии у нас хватит, я думаю, чтобы дойти до того поселения. А там уже что-нибудь придумаем. Если что, оставим костюм. Я надеюсь, его никто не заберет. То есть, ну, вообще никто не будет его забирать. Да и не думаю я, что у кого-то есть огромная шикарная ядерная батарея, чтобы заряжать постоянно этот чертов костюм. Вау, дружище, смотри, какой мост. Сейчас мы по нему пойдем, по этой дороге. А, нет, не пойдем, нам в ту сторону. Значит, мы будем спускаться ниже. Ну, смотрите, ребят. Машинка классная. Видимо, когда-то это было спорткаром. Радио? Там работает радио? Лол. Вы получили новый уровень. Берите пип-бой. Серьезно? Ну, давайте посмотрим. О, смотрите, как тут пип-бой так. Ух ты, сила 11. А, это из-за костюма. Так, посмотрим. Коллекционер крышек. Свиное брюхо. Можно прокачать, смотрите, еще одну звезду пистолетом, потому что у нас сейчас пистолет все равно есть. У нас сейчас в руках все равно пистолет, поэтому давайте так и сделаем. Все, прокачали пест. Идем дальше. Обнаружено Walden Pond. Что это Walden Pond? Это типа озеро какое-то? А, нет, вот, смотрите, тут поселение, типа. Я даже внимания не обратил. Зимняя куртка и джинсы. Бурбон, бурбон. Шикарно, у нас бухла столько, что просто я не знаю. Хватит на долгий год. Показалось. What the f... Твою мать. What the fuck? Какого черта? Что тут происходит нахер? Так, понятно. Окей, понятно. Боевой нож. Записка для Твиза. Кто такой Твиз? Твиз, если ты это читаешь, то ты тупица. Сколько раз можно повторять, что эту дверь мы запираем? Воспользуйся входом в канализации. Если еще раз забудешь, я тебя больше не впущу. Уолтер. Канализация, да? Значит, канализация. Значит, где-то здесь вокруг есть канализационный люк. Так, а где? Где он может быть? Что это вообще за место? Магазин подарков. Ух ты. Чемодан открыть легкий. Ой. Ой, поломалась шпилька.
Окей. Got it. Лапа когтя смерти. Желтое пальто. Лол. Нафиг надо. Кстати, желтое пальто. В таком же пальто приходил чел. Помните, когда самое начало игры? Чувак, который агитатор типа. Так, ладно, канализационный люк еще. Канализация. Где тут может быть канализация? Блин, как жутко. Вот эти вот кусты на, двери, на деревьях, они... Блин, не знаю. Похоже на человека издалека. Вау. Неужели это мистер Рейдер? Эй, ты Рейдер? Нет, это не Рейдер. Это дилер. Препараты? Не сейчас. Блин, мы можем его убить, но нет. О. Смотрите, а не написано, что будто мы крадем. Так что, можно брать патроны. Смело. Так, ладно, где этот домик? Далеко мы от него уже отошли. Канализация где-то недалеко должна быть. Кастрюля. Щетка для волос. Ракета. Блин, я очень хочу попасть в этот подвал. Там что-то интересное, мне кажется. Что за херня была? Эй, псина. Не уходи. Твою мать! Супермутант! Ну давай, супер хренов мутант. Посмотрим, что ты можешь. Говно собачье. Обалдеть. Вот это он мощный. Это хренов орк. Дрын. Хорошо, я взял дрын. Что такое дрын? Видно, это какая-то супермутантская хреновина. Здесь у нас что? Мясо гончие мутанты. Ага, здесь, видимо, шастают супермутанты. Это их логово. Где-то тут рядом, походу. О, твою мать. Валим. Нахер надо связываться со всякими болотниками. Что это такое вообще? Кто это такие? Ну их нахер. Собака! Бежим! Окей, они за нами, блин. Ладно, бежим туда, куда бежали, ребят, изначально. Не отступаем от нашего плана. Блин, ну так и хочется все это исследовать, а все вот это вот осмотреть. Тут просто нереально следовать плану. Где мы находимся? Карта нужна. Олдер Понд. Угу. А, недалеко. Смотрите. Еще полпути. Еще полпатим. Пока что, пока идем, можем лицезреть все эти красоты вокруг. Мне кажется, эта игра вечная, и в нее никогда не надоест играть.
Серьезно, не знаю почему, но у меня такое предчувствие. Просто немного нужно привыкнуть к цветовой гамме, конечно же. Потому что немного непривычно после прошлых частей игры. Там была такая, как бы, знаете, как сказать, такая темная. В темных тонах игра была. Это, кстати, похоже на убежище какое-то. Еще одно. Или шахта. Что это? ArcJet Systems. ArcJet, что-то знакомое. Пес что-то нашел. Что, где? Фонарь. Горелка Бунзена. Канистра. Ой-ой-ой, трупак. Водкоствольный пистолет. Водка, водка. Корона с сыром Бланка. Все, забираем, что видим. О, стимуляторы. Дружище, молодец. Дружище, ты лучший. Hey. How you doing, buddy? Never mind, boy. Ладно, проехали. Что это? Нет электричества. Я думаю, здесь можно будет когда-нибудь включить это чертово электричество и попасть внутрь. Неспроста там лифт есть. О, черт, у меня меньше половины энергии осталось. Нужно валить. Как можно быстрее нужно добраться до туда. Черт. Так, тут у нас что? Карандаш. Беличьи сухарики. Бутылка из-под пива, письменный стол. Так, ладно, хорошо. Ой-ой-ой, что это такое? Какой-то монумент, типа. И не подписано. В честь чего его тут поставили? Фиг пойми. Обалдеть, там еще и дамба есть. Жесть. Че только здесь нету, а, ребят? А вы посмотрите, а нам-то туда. Нам вон туда вот. А там вид на город открывается. В той стороне. Смотрится, конечно, это все очень красиво. Так, ну ладно. Ну блин, не хочу, чтобы сейчас нападали какие-нибудь супермутанты. Хочу просто вот походить, попутешествовать здесь. Серьезно, просто, я не знаю. Даже нет никакого желания драться с супермутантами и отбивать деревню от рейдеров. Просто хочется походить по миру. Нам нужно, по-моему, на ту сторону, да, перейти? Да, нам нужно на ту сторону. Вон это поселение, вон там. Ну, то есть сразу, как мы перейдем, мы попадем в это поселение, которое нам нужно. Так, тут у нас что? Ой, зачем я это взял? Пилька. Дружище, дружище. Бежали. Домик чей-то. Найден сигнал. Военная частота АФ-95. Стоп, мы же тут... мы тут, по-моему, этот сигнал ловили. Военной частоты. И нужно было помочь кому-то с гулями. Вот здесь вот. Где-то вот тут. Слева. Давайте поможем. Давайте разберемся с гулями. А, нет, нет, давайте не сейчас, ребят. У меня сейчас батарея уже кончится у костюма. Поэтому давайте как можно быстрее просто пройдем на ту сторону.
Оставим костюмы, будем делать, что захотим. Просто на все четыре стороны будем ходить. Потом найдем еще батарею. Что тут такое? Там что-то есть. What the f- Псина? Какого хрена? Как ты? Как ты умудрилась? Эй, чувак, пойдем. Не надо так. Не падай сквозь текстуры, дружище. А мы почти пришли. Я что-то слышу. Это либо наша собака скулит, либо... Нет, это, наверное, отсюда звуки уже. Сигнал пропал. Станция Оберленд. Окей. А, это всего лишь станция. Тут тоже всего несколько человек. Я и есть Минитмен. Yes, I'm here to help. What's the problem? There's a group of raiders that won't leave us alone. Stealing our food and supplies. Threatening us if we can't give them what they want. We know where they're coming from, but we can't stand up to them ourselves. Ну да, естественно. Все как обычно. Any idea how many raiders we're talking about? No telling, I'm afraid. This time there were three, but who knows how many are back at their base. Фигово дело. Ну ладно, а вы сказали мне, где эта база? О, я могу тошку собрать. Тошка предмет взят. Смотрите, тошка это как... О, what the f... Эй. Я вижу. Хорошо, у вас тут все растет. Это какой-то полупомидор, полукартошка, что ли? Я понять не могу. Так, ребят, и энергии у меня нету. Все, наверное, костюм я здесь оставлю. Вы не против, да? Девчонки, вы не против, да, что я тут костюм сниму? А? Все, пожалуйста, не трогайте его. И протирайте пыль. Хорошо, все равно вы девчонки. Вы фермерши, протирайте тут пыль, пока я разбираюсь со всякими разбойниками, которые на вас тут нападают. Понятно вам или нет? Понятно. Так, ладненько. Стоп, что за дела? А вот, Backstreet Apparel, видите? Туда нам нужно. Способности варвар, взломщик, дуэлист. Так, у меня один уровень, да, по-моему, есть? Или все уже? А, точно, один еще есть. Так, не-не, таб закрыть. Путь к ближайшей цели задания отображается в ВАЦ. Окей. Окей. Во, шикарно. Вот это вот крутая штука. Ой! Что за фигня? Благодаря ловкости пальцев вы можете взламывать средние замки. Отлично! Но почему-то она сама по себе открылась. Странно, странно. Что ж, ладно. Все, мы автосохранились. Теперь можно сходить к тем рейдерам. Backstreet Apparel. К тем рейдерам вот туда. Слава богу, они не очень далеко. Поэтому можно сходить прямо сейчас. Так, погнали.
Блин, какое... Как-то тут... Опять очень много. Я не знаю, что это. Не пепел, а какой-то дым, что ли. Пыль. Так, ну ладно, мы идем на войну. Нужно уничтожить всего лишь какой-то там отряд рейдеров. Мы не с таким справлялись. Мы целый завод брали штурмом. Уже. Так, они где-то тут. Пес что-то нашел. Ой-ой-ой. Короткий инъекционный карабин. Можно создать в химлаборатории. Вау. А здесь у нас что? Я там что-то вижу. Так, крышка, арбуз. Спортивный костюм, не-не-не. Глюконафт. Коробка со шпильками, шикарно. Это пригодится, это всегда нужно. Вишневая ядер-кола. Автомат ядер-колы. Так, ну что ж, надо эту дверь открыть. Я думаю, там что-то через щель я видел, будто какая-то лаборатория или что. Давайте посмотрим. Да, так и есть. Собрал светящийся гриб, глюконафт, химлаборатория. Давайте посмотрим. Бутылка с коктейлем Молотова. Вот, заряды для инъекционного пистолета. Наносит 30 единиц урона в течение 10 секунд. Все. Сколько у нас их есть? Только один, что ли? В смысле, у нас только один заряд теперь для инъекционного автомата или пистолета этого? Что за фигня? Довоенные деньги, 17 баксов. Круто. Это с тыквами. О, арбузики. Морковка. Все это, конечно же, нам нужно. Потому что нам нужно питаться. А это кукурузина. Так, правда, она какая-то... Какая-то нездоровая. Вот, но все же. Ладно, пойдемте. О, смотрите, это гули. А нам не гули нужны, увы. Нам нужны рейдеры. Которые обитают где-то вот здесь. Слыхали? Мне кажется, это они. Это рейдеры. Да, нет, стоп. Там Diamond City уже дальше. А рейдеры по левой стороне. Там уже город. Вау. Тогда давайте вот так вот пойдем. На перерез. Миссис Донахью? Это еще кто? Твою мать! Твою мать! Это зомби, что ли? О, черт! О, черт! О, черт! Я не хотел! Я не хотел! Так, 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 быстро, быстро. Предметы, предметы, предметы. Способности. Какие нахрен способности? Состояние, предметы. Помощь. Винт. Один. Стимулятор. Вот блин. Говно собачье. Бежим, перезаряжай, быстрее. Твою мать. Какие они жесткие, ребят. Психо. О, урон. 25%. Обалдеть.
Ну, миссис Донахью. Черт, вы же даже бить ничем не можете. Жетоны какие-то. Обалдеть, там жесткая война идет где-то за домом. Так, ну, а почему эти зомби, как бы, назывались именами? То есть, может быть, они не должны быть зомби, но какая-то чума поразила этот город. Или что-то вроде того. Тем временем нам нужно пистолет поменять. На самый обычный. Рейдер псих, стимулятор. Все, уходим. Так, стоп, куда нам? Правильно, дальше. Нам нужно дальше. А война это в городе идет. Блин, смотрите. Чёрт, такой город. Ёб твою. Мост. Это что за херня? Ядер кола плывет. Обалдеть. Ладно, нам не это важно, нам нужно рейдеров перемочить всех. Еще недалеко, недалеко. А вон рейдеры. Вот и рейдеры. Нюка-кола. Тут фабрика какая-то была. Так. Угу. Где-то здесь они. А вот, показывает, что сюда нам. Вот, нам сюда. Окей, все ясно, понятно. Опять у нас турелька. Хорошо. Найден сигнал. Радио Trinity Tower. Сигнал пропал. Backstreet Apparel. Вот, скорее всего, нам сюда, да? Турель спрыгнута. Чё за херня, собака? Зачем ты? Ну ладно. Раз уж начала собачка, значит... Нет, не трогай собачку, ты говно! Так, давайте радиацию уберем. Все, предметы. Одежда, помощь. Я уже забыл, что там радиацию. Медикс, по-моему, да? А нет. Может быть, Радекс? Нет. А, вот, антирадин. Все. Отлично. Беличи сухарики покушаем, арбузик скушаем. Все, псина, пойдем. Нам нужно заходить, псина. Ох, я думаю, сейчас меня встретят, ребят. Сейчас меня встретят. Встретят так, как никто еще никогда никого не встречал. Вау! Это мощно. Я же говорил, меня сейчас жестко встретят. Черт, они друг друга взрывают! О, черт, вот теперь меня взрывают. Ой, это ни хрена, собака в огне, смотрите. Ой, турель. Турель это не круто. Офигеть, собака горит и все равно бежит прям на них, нападает. Жесть, как клево.
обязательно себя корчит, да? Да, обязательно. Вперед, Собакин, проверяй. О, черт, вся собака в крови. Бедная псинка. Сдохни, тварь. Что-то там что-то выполнено было, написано. Походу все. Мы выполнили задание или что? Так, они наверху, скорее всего. Остальные наверху. Бэм! Стимулятор, капюшон. Окей, притупею, все круто. Все что ли? Это все? Их тут так мало было? Что это тут? О, еще один. Так, давайте все в голову опять просадим ей в упор. Нет, этих тварей нельзя жалеть, ребят. Это рейдеры. Они убивают и мирных. Они убивают детей. Они убивают всех. Тайник с крышками. Стольная игра радиус взрыва. Собачьи консервы. Шикарный стимулятор. Все, забираем здесь. Лутаем, раз уж мы сюда пришли. Ух ты. Изоленты, отвертка, бутылка пива. Фига у них тут пиво. Просто склады какие-то. Сейф очень сложный. А ключ есть от этого сейфа? Может быть, у кого-нибудь из рейдеров? О, смотрите. Там лестница на крышу. Сейчас проверим. Предохранитель. Комбинированный ключ изолента. Все. В принципе, тут ничего уже не нужно. Фотокамера про щелк. Фэнс. Че, пойдем на крышу? Да, я думаю, пойдем. Погнали. Так, так, так. Что же нас ждет здесь? А, ни хрена. Все, мы же тут все зачистили. Крыша чистая. Обалдеть. Только пиво. О, что это? Боулинг. Ух ты, как тут классно. Смотрите, так сел просто и... Сел такой и смотришь вот так вот вдаль. Красотища. Так, давайте теперь откроем эту херню. Сколочная граната, бутылка с коктейлем Молотова, плюшевый мишка. Мне нафиг надо. О, смотрите, а там вообще прожектора. Это там походу стадион какой-то? Или что-то типа того? А тут с крыши на крышу можно прыгать. Кстати. Тут не такие уж большие расстояния. Поэтому да, можно. Так, ладно. Уходим отсюда. Все, мы здесь все сделали. Сейчас можно, в принципе, вернуться, будет сдать это задание. Так, пойдемте. Ну, по пути, естественно, как обычно, мы будем все осматривать. И ничего не пропускать. Всех лутать. Потому что там
потому что нужно. Блин, до сих пор горит, смотрите, турель. А, во, вот эта вот дверца, она закрыта была. Давайте посмотрим, что будет, если ее открыть. А, черт, сломал. Ну ладно. Да блин, серьезно? Найс. Есть. Найс. Блин, чудо-клей отвертка. Стелс-бой? Блин, эти манекены, они что, всю игру нас будут преследовать? Какого хрена тут так много манекенов? Капец просто. Крышка, патроны. Штурмовой противогаз, вау. Можно одеть будет сейчас. Собака, все, пойдем, собака. Пойдем, нужно валить. Давай сначала. Розовое платье, что? Дрын. А, дрын — это тот меч, который был у того супермутанта. Ну это жесть. Вишневая ядеркола, водка, глюконафт, квантовая ядеркола. Сколько розина покушаю? Ой, я что-то выкинул. Макароны. Не-не-не. Макароны мы оставим. А, оружие хотел я поменять, оружие. Потому что патроны уже кончились. Это чья тут светлая головушка? Видимо, чтобы пугать людей, но меня не испугать. Ой, твою мать! Окей, видите? Даже турели меня... Вот так. Не могут испугать. Стимулятор. Ствольный пистолет. Ух ты, тут что-то есть. Ментат и психо. Кожаная одежда рейдера. Ствольный пистолет. Окей, все. Вау! Вау! Вы серьезно? Пусковая установка? Это же охренеть как круто. Блин, ё-моё. Так, ну что ж, давайте тогда валить пока из этого города, пока что. Сдадим тот квест. Потом уже, наверное, снова придем сюда, потому что радио Trinity Tower, сигнал пропал. Окей, ясно, понятно. Смотрите, а давайте возьмем все-таки эту ракетницу. Что она из себя представляет вообще? Как она выглядит? Миниган, патронов нету. Пусковая ракетница. Ну, тоже нет патронов, кстати. Нет нужных боеприпасов. Там тоже боеприпасов не было, поэтому нужно будет найти их потом в пустошах. Угу. Так, что нам нужно теперь? Нужно, наверное, идти назад. Эй, Собакин, идешь? Так вальяжно идет прям. Ладно, побежали. Мы сюда еще вернемся, друзья. Не переживайте. Мы сюда еще. Ой, как много раз вернемся. Вот там. Здесь что, под водой что-то есть? А может, тут какие-нибудь мутанты подводные есть? То есть это не лишено смысла.
да? Или куда? Метаинфокарта. Смотрите, вот Diamond City как раз тут у нас зачищено. Или мы можем в Diamond City пойти. Или мы можем сходить на станцию Оберленд. А потом пойти на Diamond City. Кстати! Кстати, тут же можно путешествовать. Да, смотрите, тут же быстро можно путешествовать. Я и забыл даже. Я даже и забыл, ребят, что тут можно путешествовать так вот быстро. Как бы два раза просто кликнув на карте. Окей, тогда. Тогда давайте сейчас быстро туда переместимся. Сдадим этот квест. Эй. Did you have any luck with those raiders? Да. It's coming in pretty good. I took care of those raiders for you. Really? Well, that's the best news I've heard in a long time. By the way, we've talked about it. We've decided to support the Minutemen. I think it's worth giving it another chance. The only way things will get better is if we stand together. Да, ты права, поселенка. Ты права, женщина-поселенец. Ты права. Так, давайте попьем водички. И будем заканчивать, наверное, это видео. Спасибо, что были со мной всю эту серию. Я надеюсь, вам нравится Fallout 4. Я надеюсь, вы подпишетесь на канал, если вы все еще не подписаны. Я надеюсь, что вам нравятся мои видео. Такие вот дела, ребят. Спасибо за то, что были со мной всю эту серию уже. Я сказал, черт возьми, я уже путаюсь. Просто уже сколько, 2 часа играю и без передышки болтаю. Вот, поэтому мысли уже немного путаются. Поэтому, ребят, простите меня за это, пожалуйста. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Если не понравилось, то ничего не ставьте. Просто уходите и все. Не нравится — не смотрите. Все просто, все легко, все круто. Fallout 4 я буду проходить полностью, потому что мне это нравится, потому что я это хочу, и Fallout 4 это, наверное, одна из самых долгожданных игр мною за последние годы. Поэтому пройду я ее полностью. Спасибо, ребят, еще раз за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами был Томас. Давайте, до следующих видео. До следующих видео.